Эта ядовитая змея может стать ключом к борьбе с COVID-19. По крайней мере, на это надеются исследователи из Бразилии. Они выяснили, что молекула в яде смертоносной гадюки Жара ракусу подавляет размножение коронавируса в клетках обезьян на 75%. Это, возможно, первый шаг к созданию лекарства от COVID. Это первый шаг в длительном путешествии. Процесс будет очень долгим. Автор исследования – профессор Рафаэль Гуиду из Университета Сан-Паулу. Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, они также подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться. При этом отлов или выращивание змей не потребуется, поскольку цепочки аминокислот смогут создавать в лаборатории. Впрочем, специалисты беспокоятся, что люди все равно начнут охоту на смертоносную гадюку. Это одна из самых больших змей в Бразилии. В длину достигает 2 метров. Мы опасаемся, что люди будут охотиться на жара-ракусу по всей Бразилии, думая, что это спасет мир или их самих, их семью. Но это не так. Само по себе открытие важное. Но пандемию не остановишь одной охотой на животных. Между тем, исследователи хотят проверить, какая доза молекул наиболее эффективна против COVID. Планируют также начать испытания на людях. Однако, когда это произойдет, пока не ясно.